Всем привет! Это мое новое видео, мини-мастер-класс на тему изготовления листиков розы. Данные листики больше всего подойдут для изготовления венка, который я показывала вам в прошлый раз, венка из роз. Также сами розочки я тоже показывала, как делать. Эти видео я прикреплю в конце данного ролика, а также прикреплю внизу под этим видосиком. В общем, не теряемся, продолжаем работу. Подписываемся, ставим лайки и пишем комментарии. Приятного всем просмотра! Для работы нам необходимы утюг, ножницы, губка, тейп-лента зеленая, молд. У меня это молд листа розы, также он считается универсальным молдом. И пастель масляная фирмы Мунгё. Я взяла три цвета, хочу показать вам все варианты работы с ними. Цвета у меня номер 212, 209 и 236. Ну а также наш фон. У меня он иранский зеленого цвета. Вырезать заготовки под листики я буду ориентировочно исходя из размеров самого молда. У меня он длиной 8 см, шириной 5. То есть у меня заготовки будут 9 на 6 сантиметров примерно. Точно здесь не нужна. Вы режете соответственно размером вашего молда. И делаем такие заготовки в необходимом вам количестве. Далее берем разогретый на двоечке утюг. Берем нашу заготовочку, прикладываем ее к утюгу. Разогревать будем с двух сторон. И быстренько прижимаем. Вот что получается. Итак, приступим к тонировке. Начнем с первого варианта. Предлагаю взять фиолетовую пастель и только ею протонировать. Тонируем мы с краев. Почему фиолетовая? Если вы помните, в предыдущем мастер-классе у меня были фиолетовые розы. Для этих роз я делала именно вот такие вот листики. Если же у вас красные розы, можно взять пастель другого оттенка и нанести ее на листик. Выглядит довольно красиво. Сейчас мы сначала все затонируем, а потом я покажу, как вырезать. Теперь приступим к красной пастели. Но это не красная, это фуксия. С ней получается. Немножко растушевываем, чтобы не было слишком уж ярко. И третий вариант с коричневой пастелью. Это как бы универсальный вариант на все случаи жизни. В центр вы можете добавить, кстати говоря, чуть более светлого желтого оттенка, небольшую полосочку, чтобы просто оттенить это все. Но это не обязательно. Красить вы также можете не ровно по, вот, по краям, а можете чуть вот здесь, не обязательно как я. Ну вот мне нравится вот такой фасончик. Если вы считаете, что вам недостаточно цвета, вы можете добавить его в коричневую пастель. Ну вот. Я иногда так тоже делаю. Добавит глубины и объема. Смотрим, какие получились у нас варианты. Вот так. Это фиолетовая, это коричневая, а это фуксия. Для ускорения процесса можно просто сложить листик пополам и вырезать. Ну, вот такой вот листик у меня получается по форме. Сейчас мы сделаем ему зазубринки и дотонируем вот этот край
и этот, соответственно, тоже. Листочки готовы. Теперь мы приступаем к тому, чтобы сделать для них литоны. Нам понадобится проволока. Длина литона должна быть ровно такая, чтобы вам хватило ее для прикрепления к изделию. У меня получилось 8. Пускай будет 8. Вообще для проволоки советую брать отдельные ножницы, а еще лучше кусачки. Нарезали проволоку, теперь нам нужна тейп-лента. Растягиваем тейп-ленту и наматываем на нашу проволочку. Берем клей, шпажку и вот такой кусочек пленочки. У меня это пленка от папки. Наносим на нее капельку клея. Теперь мы будем наши литоны прикреплять к листикам. По факту мне в принципе шпажка-то не нужна. Размазываем клей примерно на 3 сантиметра по нашему литону и прикладываем ориентировочно до середины нашего листика, не более того. И закрываем листик вот так и зажимаем, пока не схватится клей. Смотрите, чтобы листик наш сильно не закрылся, только на достаточное расстояние, чтобы закрыть нашу проволоку. Там, где не хватило, вы можете уже подклеить. Прикладываем литон до серединки и зажимаем. Там, где не хватило, наносим еще. Если вы хотите использовать эти листики в интерьерной розе, в изготовлении интерьерной розы, то вы просто их скрепляете между собой на определенном уровне. Один листик чуть повыше, два листика друг напротив друга, немножечко отведя их в стороны. И скрепляете их у основания тейп-лентой. Вот такие листочки получились для нашей розы.
Данная заготовка вполне подойдет для того, чтобы использовать ее для изготовления интерьерной розы. Вы можете также дополнительно покрасить листики глянцевым лаком, дабы придать им больше живости и естественности. Но это не обязательно. Все, надеюсь, вам понравилось. Итак, как я и обещала, прикрепляю ссылки на предыдущие мастер-классы «Роза», а также «Венок из роз». И помимо этого вы сможете подписаться на меня, нажав вот сюда, на этот кругляшок. Угу, жмем. Время подходит к концу, так что до новых встреч, ждем новых мастер-классов, ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии. Всех целую, пока!